Sorry for being a little late. Извините за небольшое опоздание. We meet a lot of people here. Сегодня у нас было много встреч с разными людьми. Did everyone enjoy the festival yesterday? Всем понравился праздник вчера. I believe that during the last day of the Heating Installation Festival. Насколько я знаю, сегодня последний день фестиваля установления божеств. Я спрашивал Амбариша Махараджа, о чем говорить сегодня. И он посоветовал мне рассказать историю о Матхиандре Пури, поскольку она связана с поклонением божества. Хорошая идея. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Program this evening. Добро пожаловать на нашу программу сегодня вечером. So as you know, we are celebrating the silver jubilee of the installation of these deities. Как вы знаете, мы отмечаем 25-летие установления этих божеств. As I mentioned yesterday, these deities were installed in June 1982. Как я вчера говорил, эти божества были установлены в июне 1992 года. I was there on that occasion. И я присутствовал при этом. And so were others in the Vaishnava. И также были другие старшие Вайшнавы. And there were no Swami from Vaishnava Maharaj. And many other senior Guru were also there. Драдюмна Свами про Вайшнава Махарадж и многие другие старшие преданные присутствовали. As we explained yesterday, at one time we had no preaching facility in Moscow. Мы рассказывали о том, как в свое время у нас не было никаких зданий для проповеди в Москве. Then as the preaching started, we started doing house programs. В начале проповеди проходили лекции, программы на квартирах у разных людей. And then we had a small temple in Klozny. Потом у нас появился маленький храм на Колхозной. And after that we got this temple in Meghavai. Потом у нас появился храм на Меговой. And then we installed the deities. Там были установлены эти божества. Now, many people think this deity worship, many people believe God cannot manifest himself in a deity form. Многие люди считают, что Бог не может проявиться в форме божества. In the Western world, this phenomenon is very common. God cannot manifest in a deity form. Для западного мира это обычное явление, что люди не понимают, как это Бог может проявиться в форме божества. But not only in the Western world, also in the Eastern world, this phenomenon is there. Но не только в западном мире и в восточном мире тоже есть такое явление. Even in India, you may have believed the devotees of Krishna. You also have millions of impersonal. В Индии, где есть миллионы преданных Кришне, есть также и миллионы имперсоналистов. Может быть, не миллионы, но есть имперсоналисты также там. Once I had a staunch impersonalist come meet me in Delhi. Однажды на встречу со мной в Дели пришел один такой убежденный имперсоналист. So the preaching him, I told him, my assistant will take you to the deity for worship, for darshan. И перед тем, как разговаривать с ним, я сказал, вот мой
помощник вас сейчас проводит в храм, вы можете получить даршан божеств. I'll go later. Он сказал, я позже пойду. Again, I said, it's later. И я снова ему говорил, приглашал, он говорил, ну позже, позже. And finally, I'm in Mayavadi. I don't believe in the form of God. В конце концов, он сказал, я Майавади, я не признаю форму Бога. So, when we say Mayavadi, what do we mean? Когда мы говорим Майавади, что мы имеем в виду? It really means we doubt, we don't accept the personal nature of the Lord. Это люди, которые не признают личностной природы Бога. They accept God has no form. Они говорят, что у Бога нет формы. Кто-то может детей успокоить, чтобы они не кричали там? They say God has no form. Они говорят, у Бога нет формы. No eyes, no legs, no hands. Нет глаз, нет головы, нет ног, нет рук. He's impersonal. Он просто что-то безличное. God is present everywhere. How can God have his personal form? Бог присутствует повсюду. Как же у него может быть личная форма? Prabhupada gave a simple example. Шрила Прабхупада приводил простой пример. You may take a piece of paper. Can somebody control? Кто-то может детей успокоить, чтобы они не кричали там? You may take a piece of paper and tear it into small pieces. Шрила Прабхупада приводил такой пример. Можно взять листок бумаги и разорвать его на мелкие кусочки. If you take a piece of paper and tear it into small pieces, the original paper will be there or it's lost. Если вы возьмете листок бумаги и порвете его на мелкие кусочки, изначальный листок бумаги исчезнет или он останется? My вопрос. Это вопрос. It will be lost. Да, его больше не будет. But God can expand himself everywhere and still retain his original personality. Но Бог может присутствовать повсюду, но при этом сохранять свою личность. Just like the sun does. Подобно солнцу. The sun rays are present everywhere. Лучи солнца присутствуют повсюду. But that doesn't mean there's no sun disk. Но это не означает, что само солнце растворилось в своих лучах. So those who believe that God has no form do not understand the full potency of the Lord. Люди, которые считают, что у Бога нет формы, просто не понимают его полное могущество. God can be realized in different phases. Постичь Бога можно в разных аспектах. You have the Brahman aspect, Paramatma and Bhagavan. Есть аспект Брахман, Параматма и Бхагаван. They all give you partial understanding of the Supreme Lord. И эти аспекты, они дают частичное понимание Верховного Господа. Prabhupada gave a simple example to prove this. Шрила Прабхупада приводил простой пример для того, чтобы доказать это. Once in India, there was a new railway station in a village. Он рассказывал такую историю. Однажды в Индии построили в какой-то деревне, построили новую железнодорожную станцию. And the first train was about to come to that station. И вот все ждали, что должен первый поезд приехать на эту станцию. So they sent a representative, they sent three representatives to the station to see the train and to come back and describe what the train looks like. И от деревни послали трех делегатов, чтобы они на станции посмотрели на поезд и потом рассказали всем жителям деревни, что такое поезд. So they saw the train coming from a great distance. И вот эти три человека стояли на станции и увидели, что издалека приближается поезд. So one of the men concluded, this is what the train looks like. It has a light in the front. И издалека они увидели свет. И один из них решил, ну поезд это свет. He ran back to the village and said, "I saw the train. There's a light in the front. That's what the train is." Он увидел свет и не стал дожидаться, сразу побежал в деревню, рассказывая, что поезд это свет. Я увидел там яркий свет впереди. Это поезд. The second person was more tolerant. Второй был более терпеливый.
saw the engine, the light. He saw the engine. Он увидел свет и увидел паровоз. And he saw some compartments. И увидел несколько вагонов. And he ran back and gave a description. Он побежал тоже в деревню и рассказал, что он увидел. The third one was more intelligent. А третий был самый разумный. He saw the light, the engine, all the compartments, saw all of them leave. He gave a description. Он увидел и свет, и паровоз, и вагоны, и то, как люди садятся в поезд и выходят из поезда, и полную картину увидел и потом об этом рассказал. So the three, whose description is complete? И из этих трех описаний поезда, какое описание самое полное? The third one. Третье описание. So similarly, there are transcendentalists who believe that God has no form. Подобным образом есть трансценденталисты, которые считают, что у Бога нет формы. They believe that those who worship the form of the Lord are just foolish people. И они считают, что те, кто поклоняются божествам, образу Бога, это глупые люди. But these are people of less intelligence. Что-то менее разумные люди. So we were all impersonalists at one time. И в свое время мы все были имперсоналистами. How was that? We all believed, all God's one, God has no form. Мы все верили, что все боги едины, или что Бог это что-то бесформенное. When you come to Krishna consciousness, you get introduced to different philosophy. Но познакомившись с сознанием Кришны, вы получили знание о другой философии. God has form. То, что Бог обладает формой. But his form is completely transcendental. Но его форма, его тело абсолютно трансцендентно. Just like the Bhagavad Gita says, Janma Karma Chamitavya. My appearance and disappearance are both transcendental. Как в Бхагавад Гите Кришна говорит, Джанма Карма Чамедивья. Мое явление и мои деяния в этом мире абсолютно трансцендентны, дивья. So, God appears in his Archa-Vigraha form. И Господь является перед нами в образе Арча-Виграхи. Lord Chaitanya Mahaprabhu received transcendental knowledge from the great sage Narada. Прохлад Махарадж получил трансцендентное знание от великого мудреца Нарады. Prahlad was in the womb of his mother. Прохлад находился еще в чреве матери. And Narada was instructing his mother on the glories of devotional service. И Нарада давал наставление его матери о преданном служении. Actually, Prahlad's father, now playing the role of a demon, with a great devotee in heart. Отец Прохлада в действительности, хотя он и играл роль великого демона, в глубине сердца был великим преданным Господа. He was performing extremist charities in a hill called Mandara Hill. И он совершал суровые аскезы на холме Мандара. How many of you do yoga? Кто из вас занимается йогой? I was in China recently. Недавно я был в Китае. Every corner there were yoga students. Там на каждом углу студии йоги. Okay. So even if you do yoga, how long can you stand on your toes? Но даже те из вас, кто занимается йогой, как долго вы можете простоять на пальцах ног? 5 минут. 5 минут сможете? На цыпочках. 10 минут сможете? How long can you stand on your toes with your hands towards the sky? Кто из вас может простоять на цыпочках, воздев руки к небу? Как долго вы можете простоять? 5 минут. 5 минут сможете? With your hands raised to the sky. Подняв руки вверх к небу. 2 seconds. Hiranyakashipu stood on his toes. His hands raised to the sky, looking at the sky for 100 celestial years. Хиранья Кашипу стоял таким образом,
на цыпочках, подняв руки к небу в течение 100 небесных лет. 6 months of the heavenly planet. Шесть земных месяцев – это 12 часов по исчислению полубогов. It was such a long duration. Hiranyakashipu stood with his hands raised to the sky. Hiranyakashipu так долго стоял, воздев руки к небу. So he couldn't have been a demon. То есть он не мог быть демоном. This is not an ordinary achievement. Это необычное достижение. So Prahlad was in his mother's womb. Прохлад находился в очереди матери. The demigod was thinking, the father has created havoc for us, the son will do the same. И полубоги подумали, если отец создал столько проблем для нас, то сынок тоже будет не хуже. So let's kill the child as soon as he is born. Let's kill the child as soon as he is born. Поэтому они подумали, нужно убить его, как только он родится. Narada Muni came there. Но туда пришел Нарада Муни. Why dragging this innocent pregnant lady? И он спросил полубогов, куда вы ведете эту невинную женщину? Innocent? Невиновную? You don't know? Ты не знаешь, кто она такая? She is Mrs. Hiranyakashipu. Это миссис Hiranyakashipu. And the child in her womb is a great demon. И в ее чреве великий демон. Narada Muni assured them the child is not a demon, but a great demon. Narada Muni заверил, что это ребенок не демон, это великий преданный. And so Prahlad's father was very upset with Sandana Maharaja. И отец Прохлада был очень недоволен его учителями Сандая Марака. They were the two teachers of Prahlad. Это были два учителя Прохлада. Who is brainwashing my son with knowledge about Vishnu, my eternal enemy? Он спрашивал их, кто же учит моего сына знанию о моем вечном враге Вишну? Кто ему промывает мозги? Sandana Maharaja said, Sir, your Brahmins don't chastise us without reason. Sandana Maharaja ответил, Господин, мы брахманы. Нас нельзя ругать без какой-то причины. Мы сами не знаем. Мы сами не знаем, откуда он этого набрался. But don't worry, we'll brainwash him. Но не беспокойтесь, мы ему промоем мозги. And very soon he'll say, you are supreme. И скоро вы от него услышите, что вы Верховный Господь. So the father, okay. Он сказал, ну хорошо. So a few days later, he came to the father. Now you can test your son. Через несколько дней они пришли к Hiranyakashipu и сказали: теперь вы можете проверить, испытать своего сына. So the father patted the child and made him sit on the floor. И отец усадил сына на колени. And he said, of all the subject matters, what is the best you learned in school? И спросил его, из всего, что ты выучил, узнал в школе, что самое лучшее, какое самое лучшее знание ты узнал? И что ответил Прохлад? Он написал 9 методов преданного служения. One of them is Archana. И один из них это Арчана. Worshiping the deity. Поклонение божества. So worshiping the deity is a very ancient tradition. Поклонение божествам это очень древняя традиция. But you have to be very fortunate to realize that. Но для того, чтобы понять это, нужно быть очень удачливым. The impersonal, for example, when they hear, God has eaten his prasad. Когда имперсоналисты, например, слышат о том, как преданные говорят, Господь принял просад, он поел. And then they see, oh, the whole plate is intact the way it was. И они смотрят, все осталось на тарелке, как было, все там в полном порядке. Look at these fools. Посмотрите на этих глупцов. They say, God has eaten. Они говорят, Бог поел.
God is eating, why is the plate not empty? Если Бог поел, почему тарелка не пустая? Because when you and I eat, the plate becomes empty. Потому что когда мы с вами едим, ничего на тарелке не остается. Why is this contradiction? Почему такое противоречие? God is complete in all respects. Om Purnamada Purnamidam. Бог полон во всех отношениях. Ом Пурнамада Пурнамидам. So why should we even serve him food? Зачем тогда вообще его кормить, если он полон во всех отношениях? In your temple you serve 8 offerings a day. В вашем храме вы делаете 8 подношений в день. Normally most of us eat twice or thrice a day. А мы с вами обычно едим 2 или 3 раза в день. Well, Lord eats 8 times a day. Lord eats every day. Господь здесь кушает 8 раз в день. In Jagannath Puri, every 10 minutes you're offering prasadam. В Джагнатхапуре в храме каждые 10 минут Господу подносят просад, подношение. So, how does God eat? И как можно сказать, что Бог ест? He eats with eyes. Он может есть глазами. And with his ears. И ушами. You and I can't eat with our eyes or ears. Мы с вами не можем есть глазами или ушами. You can take a dropper and take some soup. Вы можете попробовать. Вы можете попробовать взять пипетку и закапывать себе суп в глаза или в уши. Попадет суп в желудок таким образом. Но Господь может кушать глазами. God can perform any function in any part of the body. Как говорится в Брахма Самхите, Ангани Яся Сакалиндре Вритиманти. Господь может любой частью тела, Господь может выполнять функцию любой другой части тела. So God appears in a deity form. Why? И для чего Господь приходит в образе Божества? To give us an opportunity. Он дает нам возможность служить себе. And to give us a concept of what God looks like. И для того, чтобы у нас было представление о том, как выглядит Господь. Some people think God is an old man with a big white beard. Некоторые считают, что Бог это старик с большой белой бородой. The image of Santa Claus. Ну, что-то вроде Санта-Клауса, Деда Мороза такого, бородатого. Они думают, что Бог – это бородатый Санта-Клаус. Но Бог всегда юный. Он никогда не стареет, сколько бы времени ни прошло. Мы с вами стареем с течением времени. Вы сейчас выглядите так же, как вы выглядели 10 лет назад. Maybe the same 10, but not the same 40 years ago. Ну, может, 10 лет вы так же назад, вы так же выглядели, но 40 лет назад вы точно не так выглядели. One of Krishna's name is Navayavana. Одно из имен Кришны Навайована, одно из его качеств, это то, что он всегда юный. He doesn't age with the passage of time. И никогда не стареет с течением времени. Now, why does God appear in a deity form? Почему же Господь приходит в форме Божества? He wanted to give us an opportunity to serve Him. Чтобы дать нам возможность служить себе. Prabhupada, when he first opened his temple in New York, he did not give us deity worship. Когда Шрила Прабхупада открыл первый храм в Нью-Йорке, в самом начале он еще не вел поклонение божествам. Он сказал нам просто повторять Харе Кришну. Сначала он сказал преданным, повторяйте 64 круга в день. В то время там в храме были только американцы, американские преданные. Они попытались 64 круга повторять. They couldn't come anywhere near it. Но даже близко не могли к этой цифре подойти. So they went to Prabhupada. Swami, очень трудно.
И они пришли к Шриле Прабхупаде и сказали: «Сламиджи, это очень трудно». Прабхупада сказал: «Ну хорошо, 32 круга». Ну даже 32 они не могли повторить. Тогда Прабхупада сказал: «Ну хорошо, 16, но не меньше. Это уже окончательное число». И в начале Прабхупада дал нам просто святое имя. И в храмах были просто изображения Панчататвы и Парампары. But then, as the devotees got some understanding of the spiritual life, Prabhupada introduced deity worship. Но как только у преданных появилось какое-то уже понимание духовной жизни, духовной практики, Шрила Прабхупада ввел поклонение божествам. But he did not introduce deity worship from day one. Но не с первого дня он ввел поклонение божествам. He introduced deity worship for 6 months of a year. Но о поклонении божествам он вел где-то через полгода или год после того, как открылся первый храм. In the temple here, we have the beautiful deities of Jagannath, Subhadra, and Bhadra. Здесь у вас в храме есть прекрасные божества Джаганатхи, Баладева, Субхадры. First Prabhupada introduced Govindai. Сначала Шрила Прабхупада вел поклонение Говиндай. But they were merciful. Потому что они очень милостивы. They pardon us for our offenses very easily. Они очень легко прощают наши оскорбления нам. In Kusut Kali Yuga, we are all shudras in any case. В Кали-югу мы все шудры. Kala Shudra Sambhava. Kala Shudra Sambhava. Mahaprabhu Nityananda Premananda Sutra. Lord Nityananda, you are always blissful. В этой молитве говорится: «О Господь Нитянанда, ты всегда в блаженстве». Слово «нитя» означает что? Вечный. Вечный. Ананда means? Ананда значит? So those who take shelter of Nityananda are about to experience nothing but happiness. И те, кто примут прибежище Господа Нитянанды, обречены испытывать блаженство. And right now, what do we have? Right now, what are we experiencing? А сейчас мы что испытываем? Nothing but misery. Ничего кроме страданий. Ами боро духи. I am very, very unhappy. Ами боро духи. Я очень и очень несчастлив. But if I take shelter of Nityananda, I become blissful. Но если я приму прибежище у Господа Нитянанды, я обрету блаженство. Чайтанья Махапрабху he described as the most merciful of all incarnations. Господа Чайтанья Махапрабху называют самым милостивым воплощением. He freely distributed this process of love of God. He did not discriminate who is fit, who is unfit. Он свободно раздавал всем любовь к Богу, не принимая во внимание, кто достоин этого, кто недостоин. So, first Prabhupada introduced Govindai. Сначала Шрила Прабхупада ввел поклонение Говиндай. Have you heard of San Francisco? Вы слышали о Сан-Франциско? Yeah. Где оно находится? Где он находится? Yeah, рядом с Владивостоком? That's far from Alaska. Недалеко от Аляски. Which was once upon a time Russian territory. В свое время это была тоже часть Российской империи. So in San Francisco, there's a story called tour called Cost Plus. Cost Plus. Сан-Франциско там был один магазин. Cost Plus называется. It was an Indian boutique store. Индийский бутик. So one of Prabhupada's disciples, Maltidasi, had gone to that store. И одна из учениц своего Прабхупады, Малтидаси, пришла в этот магазин. I won't give you all the details. Я не буду сейчас все детали рассказывать. But she saw
these small strange dolls for sale. Она увидела, что там продаются такие маленькие статуэтки деревянные. Indian dolls. Индийские куклы такие. So she just took one of them and took them to Prabhupada. И она взяла одну из этих статуэток и принесла Шриле Прабхупаде. И Шрила Прабхупада был в это время в Сан-Франциско. Первый храм Шрила Прабхупада открыл в Нью-Йорке. И Нью-Йорк находится на восточном побережье Америки. Второй храм был открыт в Сан-Франциско, это западное побережье Америки. When Prabhupada saw the deer eater, oh, this is Lord of the Universe. Когда Шрила Прабхупада увидел это божество, он сказал: о, это же Господь Вселенной. Where did he get this from? Где вы, откуда у вас это божество? He says he's from this Indian doll in a store. Он сказал, что я увидел вот эту индийскую статуэтку в магазине. Прабхупада сказал, ну это не кукла, это божество, это Господь. И она вернулась в этот магазин и приобрела еще Субхадру и Баларама. И тогда Прабхупада спросил, does anyone know how to carve? Затем Прабхупада спросил, кто-то умеет вырезать из дерева? And Madhi's husband, Sham Sundar, was a chemical engineer. И муж Малати, Шама Сундара, он был химиком, инженером. Americans are quite versatile. So he said, I know how to carve. И он сказал, я умею резать по дереву. And then he carved the deity of Jagannath Swaran Bala. И он вырезал большие божества Джаганатхи, Баладева, Субхадру. We have a devotee Nijni Novgorod who works as a doctor. В Нижнем Новгороде есть один преданный, который работает доктором. But he also carves Jagannath deity. В свободное время он вырезает божества Джаганатхи. And we see those deities and he is from Jagannath Puri. You won't be able to say which was made where. И если их сравнить с божествами, которые делал Джаганнат Хапури, вы не сможете найти отличия. Then the Prabhupada installed the Jagannath deity was the first one that was installed in ISKCON and in San Francisco. И тогда Шрила Прабхупада установил эти божества Джаганнатхи, Баладева, Субхадры в храме ISKCON Сан-Франциско. And then Prabhupada gave us Ratha-yatra program. И затем Шрила Прабхупада также рассказал о Ратха-ятре. So by this time devotees were already matured enough. They learned about devotional activity. К этому моменту преданные уже узнали достаточно о преданном служении. And then Prabhupada installed Radha Krishna Lakshmi Dwarakadesh in Los Angeles. Позже Шрила Прабхупада установил божества Радхи Кришны Рукмини Дваракадиш. И божества Арчавиграхи, формы Арчавиграхи бывают разные. Бывают Шалаграм Шилы. Однажды один богатый человек подарил Гопалу Бхатти Госвами украшения, ткани красивые. Gopal Bhatta was one of the six Госвамис of Vrindavan. Gopal Bhatta был одним из шести Госвами Вриндаван. So he was just meditating. What will I do with these gifts? Because he had few. И Гопал Бхатта Госвами думал, как использовать эти украшения и ткани, поскольку у него были только шилы, он поклонялся Дамодар Шилам. Шила worship is very simple.
Поклонение Шиле очень простое. И массаж Пабачанды. Шилу нужно просто массировать маслом, потом омывать, предлагать сандал и листья туласи. So previously the Gopalpata had these shilas when he was singing. He's totally unqualified to worship these shilas. Раньше у Гопалабхаты Госвами было несколько шил, но он думал, что он полностью недостоин поклоняться им. So he went to the Kanchaki in the Himalayas and tried to drop those shilas, thinking himself unqualified to worship them. Он отправился в Гималаи на реку Гандаки и поместил эти шилы в реку, поскольку считал, что не может им поклоняться. But as he would drop the shilas in the river, the shilas would jump back into his hand. Но каждый раз, когда он опускал шилы в воду, они каждый раз запрыгивали ему в руки обратно. So he finally surrendered that. Maybe this is Lord's will that I worship him. В конце концов он предался и подумал, ну может быть Господь хочет, чтобы я им поклонялся. So he worshiped him sincerely. And one day a big businessman came, gave him all these gifts. И он очень искренне поклонялся шилам. И однажды пришел вот этот богатый бизнесмен и принес ему эти богатые дары. So he went to sleep lamenting. Oh, I wish I had a deity. Now I have all the jewelry, saris. What will I do with them? И он отправился спать и думал при этом, сокрушался. Вот хорошо бы у меня было божество, тогда я мог бы предложить все эти украшения, все эти ткани использовать для поклонения. And he went to sleep. When he got up in the morning, what did he discover? И он отправился спать, и когда утром проснулся, что он обнаружил? His shila got transformed in the deity. Одна из его шил превратилась в божество. And the deity was known as? И как называют это божество? The deity that gives you happiness. Радхараман. So, yes, you can be an impersonalist and still worship God. Yes, you can be an impersonalist and still worship God. Да, вы можете быть имперсоналистом и тем не менее поклоняться Богу. Just like in English, you have good, better, best. Ну как есть степени разные: хорошее, лучшее и самое лучшее. Best is better than better. Better is better than good. Лучше, чем хорошее. Самое лучшее, лучшее, чем лучшее. So those who say that God has no form, God cannot manifest in the acharya form, have only a partial understanding of God. И те, кто говорят, что Бог безличный, что Он не может проявиться в образе Божества, у них есть только частичное понимание природы Бога. A high understanding of God. Understanding God as a transcendentalist. Самое высшее понимание Бога – это понимание того, что Он абсолютно трансцендентен. It's not that you can make any form say, this is God. I'm going to put this on the altar. И не нужно думать, что можно сделать любую форму и сказать это Бог и поставить на алтарь, чтобы поклоняться. No. Нет. The archetypal form is come according to description in the Shastra. Божества, арчавиграхи, эти формы изготавливаются в соответствии с описанием Шастр. It may be Govindai, maybe Radha Krishna, maybe Sita Radha Bhagavan, maybe Jagannath Subhadra Bhagavan. Это могут быть разные божества. Горнитай, Радха Кришна, Сита Рам, Насимхадев Бхагаван, Джаганат Балдев Субхадра. So God has unlimited forms. Бог обладает бесконечным количеством форм. But then
the forms have to be installed according to the procedure given by the great acharyas, explained in books like Hari Bhakti Vilas. Но затем эти божества, эти формы нужно устанавливать в соответствии с теми процедурами, которые описаны великими ачарьями в таких книгах, как Хари Бхакти Вилас. Lord Chaitanya sent Rupa and Sanatan to Vrindavan. Господь Чайтанья отправил Рупу и Санатану во Вриндаван. They were one time holding very important positions in government. В свое время они были очень важными правительственными чиновниками. And then they resigned and dedicated themselves fully to Lord Chaitanya. Но затем они ушли в отставку со своих постов и полностью посвятили свою жизнь служению Господу Чайтанье. Господь Чайтанье дал им следующее наставление. Write books on devotional service. Пишите книги о преданном служении. And one of the books they wrote was Hari Bhakti Vilas, that gives detailed description of how the devotees have to install. И одна из этих книг, которые они написали, это Хари Бхакти Вилас, в которой приводится очень подробное описание, как нужно изготавливать божества, как их устанавливать, как им поклоняться. Like everything we do in this con is based on Hari Bhakti Vilas teachings. Все, что мы делаем в ИСКОН, это поклонение, оно основано на наставлениях из этой книги Хари Бхакти Вилас. Lord told the Goswamis, Rupa and Sanatan, to identify places where the Lord had performed his pastimes. Также Господь Чайтанья сказал, приказал Рупе и Санатане восстановить все те места, где Господь Кришна проводил свои игры. So, any worship cannot be done whimsically. И поклоняться божествам нельзя просто по своим капризам. It has to be done according to scriptural guidance. Поклонение божествам должно основываться на тех наставлениях, которые даны в писаниях. So when the form of the Lord is carved according to description of the scripture and installed according to teachings, then it becomes bona fide. Если божество изготовлено в соответствии с предписаниями священных писаний, установлено должным образом в соответствии также с наставлением священных писаний, тогда такое поклонение божествам является авторитетным. Now there are two categories of deities. И существуют две категории божеств. One is self-manifested, and the other is carved. Первая категория — это самопроявленные божества, а вторая категория — это божества, которые изготовлены в соответствии с описаниями священных писаний. Self-manifested are very few. И есть всего очень несколько самопроявленных божеств. You've heard the Balaji temple. Вы слышали о храме Баладжи в Тирупати? И божество там также считается самопроявленным. Мадхавендра Пури was a great teacher. Мадхавендра Пури был великим учителем. And spiritual master Ишвара Пури. Он был духовным учителем Ишвара Пури. Ишвара Пури was the spiritual master of? А Ишвара Пури был чьим духовным учителем? Мадхавендра Пури was a devotee of very high caliber. Мадхавендра Пури был преданным очень высокого уровня. Day and night he would be engaged in worshiping, chanting the name of the Lord. День и ночь он повторял святое имя Господа. He would never ask anyone for anything. И он никогда никого ни о чем не просил. If someone gave him something to eat, he would eat. Otherwise, he would go hungry. Если кто-то его предлагал поесть, тогда он ел. Если никто ему не предлагал поесть, он просто постился. So one day Мадхавендра Пури had completed his program of Govardhan. И однажды Мадхавендра Пури закончил
парикраму вокруг Гавардхана. Кто из вас совершал Гавардхана парикраму? So we do Govardhan Parikram on the way they stop at Govinda Kund where they say, this is the way Manvantara Puri said. Когда мы обходим Говардхан, мы проходим Говинда Кунду, и там есть место, где, как говорят, как раз сел в Манвантара Пури, где он отдыхал. So Manvantara Puri was just resting on Govinda Kund. И Мадхавендра Пури. No. When a very big young boy brought milk to him in a big pot. Мадхавендра Пури отдыхал на берегу Говинда Кунды, и вдруг появился очень красивый мальчик, который принес ему кувшин с молоком. The coward boy said, "Oh, sage, you look hungry." И этот пастушок сказал Мадхавендра Пури: «О, мудрец, кажется, что ты голоден. I have brought some milk. Я принес тебе молока». Мадхавендра Пури never seen such a handsome coward boy. И Мадхавендра Пури never heard such a melodious voice. Мадхавендра Пури никогда в жизни не видел такого красивого мальчика, пастушка, и никогда не слышал настолько мелодичного голоса. Он был просто очарован, увидев его. So the coward boy said, "Bring the milk. I'm going to milk the cows, and I'll come back and take the pot." И мальчик сказал ему: "Выпей молоко, а потом я сейчас пойду подоить коров, а потом я вернусь и заберу этот кувшин." Manvantara drank the milk, waited for the coward boy. Мадхавендра Пури выпил молоко и стал ждать, когда мальчик придет, чтобы забрать кувшин. Но он так и не пришел. Мадхавендра Пури уснул. И во сне он увидел того же пастушка. Который сказал ему: "Мадхавендра Пури, я очень доволен твоей преданностью. I am lying buried under those bushes. Please rescue me. I'm feeling great heat." И он сказал: "Меня здесь закопали вот в этих кустах. Мне очень жарко. Пожалуйста, освободи меня, выкопай меня из земли." Please take me away from there. Пожалуйста, забери меня оттуда. Manvantara Puri shared the dream with the other village people. Мадхавендра Пури рассказал о своем сне жителям ближайшей деревни. They all said, "Let's go and see if the dream is true or false." И все они сказали: "Надо пойти посмотреть, это правда или нет, то, что ты увидел во сне." Manvantara Puri felt embarrassed at the same time. В то же время Мадхавендра Пури было очень стыдно. Why? Почему? That coward boy who gave him milk was none else but Krishna. Потому что он понял, что этот пастушок, который дал ему молоко, это был сам Кришна. Manvantara Puri took service from the Lord. Мадхавендра Пури думал о том, что он принял служение от самого Господа. Many of us come to spiritual life thinking, God is going to be my order supplier. Многие из нас приходят в духовной жизни, надеясь, что Бог будет выполнять наши приказания. Что я хочу, чего бы я ни захотел, Бог обязан мне это прислать. Иначе я не буду в Него верить, моя вера будет слабой. Это очень низкий уровень понимания процесса служения Богу. Более высокое понимание, более правильное понимание — это понимание, что я буду служить Богу, не ожидая ничего взамен. So Manvantara Puri and the other villagers, they took their scissors to cut the grass and dig exactly as we described in the dream. И
Мадхендрапури и жители деревни пришли в то место, которое Мадхендрапури увидел во сне, и они раскопали там и обнаружили это божество, которое выглядело именно так, как Мадхендрапури увидел во сне. Они обнаружили там божество, и затем это божество было установлено. И это божество также считается самопроявленным божеством. Сейчас это божество находится в Надхаваре. Я был там 4 месяца назад. So there are self-manifested deities and they are manifested on their own. No one can say when it was manifested or where. Есть такие самопроявленные божества, о которых никто не может сказать, когда они появились и где, и кто их изготовил. Just like one time there was a self-manifested deity called Nila Madhava. В свое время было самопроявленное божество Нила Мадхава. No one could ever find where the deities were. И никто не знал даже, не мог найти это божество. The king called King Indradyumna. И жил царь Индрадюмна. Once a Brahmin came to his palace and said, "O king, there is a very beautiful form of the Lord on the planet." Однажды к нему во дворец пришел Брахман и рассказал: «О царь, я слышал о том, что есть очень прекрасное божество Нила Мадхава». Это очень удивительное божество. Но он не рассказал о том, где находится это божество, и больше ничего не рассказал. The king sent his men all over the planet, told them, go house to house, village to village, find this deity of Nila Madhava. И царь послал всех своих людей, чтобы они искали это божество, обошли все дома повсюду, чтобы искали и нашли божество Нила Мадхава. Everyone went house to house looking for Nila Madhava. И все они отправились по домам ходить, обходить все дома, чтобы найти это божество Нила Мадхава. They all came back and said, "King, sir, we cannot find the deity anywhere." Потом через какое-то время они вернулись и сказали: «Царю, извините, мы не смогли найти нигде это божество». One Brahmin didn't come back. Но один брахман не вернулся. His name was Vidyapati. Его звали Видьяпати. He was determined to look for the deity. И он хотел во что бы то ни стало найти божество. It's a long story. Это длинная история. When he finally found the deity. В конце концов он нашел божество. But when he took the king to that spot, the deity wasn't there. Но когда он привел царя на то место, где он нашел божество, божества там уже не было. И это же божество потом стало Джаганнатхой Баладевы Субхадры. So, initially, when King Indradyumna saw these deities, he began to lament. И когда царь Индрадюмна впервые увидел эти божества, он поначалу сокрушался. The Lord incarnated as Vishwakarma to carve these deities from a wooden plank. Потому что сам Вишвакарма воплотился для того, чтобы вырезать эти божества. But Vishwakarma made a condition. Но Вишвакарма поставил условие. I will take 21 days, but no one should come and disturb me. Я сделаю божество за 21 день, но у меня есть одно условие: никто не должен входить в комнату, где я буду работать, и мешать мне. If anyone comes in, I'll stop my work. Если кто-то войдет в эту комнату, я прекращу работать. The king was very keen to see the form of the Lord, so he had pasted his ears next to the door. And he was hearing the tick, tick, tick that was coming from Vishwakarma's work. Царь очень хотел
увидеть их, очень ждал появления божеств, поэтому он стоял под дверью комнаты, в которой работал Вишвакарма, и слушал стук инструментов Вишвакармы. Но через две недели стук прекратился. И царь запаниковал. What happened? Что случилось? Gundicha, the wife of the king, said, maybe Vishwakarma is dead. Gundicha, жена царя, сказала, может быть, он Вишвакарма умер? We didn't give him anything to eat or drink for 2 weeks. Мы же его две недели не поили, не кормили. The king consulted his ministers. Царь решил посоветоваться со своими министрами. What should I do? Что мне делать? Они сказали, don't do anything, don't go inside. Не заходи вовнутрь. Вишвакарма said, if anyone comes inside, you go. Потому что Вишвакарма сказал, что если кто-то войдет, он уйдет. Гундича said, no, you must go in to see what's happening. Но Гундича сказал, нет, нужно обязательно зайти и посмотреть, что происходит там, что случилось. So the king opened the door. И царь открыл дверь. Went inside. Зашел. Вот Вишвакарма уже не было там. He saw this incomplete form of Jagannatha Balarama. И он увидел эти незаконченные формы Джаганатхи Баладева Субхадры. So initially the king was lamenting. И вначале царь сокрушался. Why did I come in prematurely? Зачем же я вошел раньше времени? These are incomplete. Божества остались незаконченными. Then Narada Muni came. Затем пришел Нарада Муни. And said, "This is not incomplete." И сказал, на самом деле это такие формы божеств. This is the form I want to be worshipped in. This is the form I want to be worshipped in. Это... Narada Muni said, "This is the form the Lord wants to be worshipped in." И Нарада Муни сказал, это та форма. Которую принял Господь, чтобы ему поклонялись. Тогда Господь Брахма установил эти божества. Это длинная история. Я лишь кратко пересказал ее. Господь проявился как Господь Вселенной. У него нет рук и ног. Once a devotee asked Prabhupada. Однажды преданные спросили Прабхупаду. Prabhupada, no legs on our Jagannath. Прабхупада, how do we worship the lotus feet? У Господа Джаганатхи нет ног, как мы можем поклоняться его лотосам стопам? Just worship, just meditate what you can see. Прабхупада сказал, вот медитируйте на то, что вы можете увидеть, поклоняйтесь такому образу Господу. God takes on various forms. Господь может принять разные облики. So the Radhyada medium, he does it for him, does for his pleasure. И праздник Радхаятры позволяет нам катать Господа и танцевать, петь для его удовольствия. So God manifests himself in a deity form. Итак, Господь проявляется в образе божества. Don't get misled. By materialistic propaganda, that God has no form. Не позволяйте материалистической пропаганде сбивать вас с толку и думать, что у Бога нет формы. God has a form. Бог обладает формой. God appears in a deity form. Господь является в форме божества. And in a deity form, he's seeing everything that you're doing. И в образе божества он видит все, что вы делаете. And how can we serve the deities? Как можно служить божествам? If you're Brahmically initiated, you can cook and dress the deities. Если у вас есть брахманическая инициация, вы можете готовить для божеств, можете одевать их, можете проводить им арати. Even if you're not initiated, you can serve the Lord. Но даже если вы не инициированы, вы можете служить божествам. By clapping for the Lord. Хлопая в ладоши для Господа. Если вы поете для Господа и танцуете для Господа. In the nectar devotion, there are offenses
Нектарии преданности описано оскорбление, которое нужно избегать при поклонении божествам. Нужно изучить эти оскорбления и избегать их. Однажды жил очень бедный брахман. Не такой богатый, как все вы. И однажды в Индии он услышал одну лекцию. So he heard the speaker say, even if you can't afford, you can mentally sell the DD and get benefit. Лектор сказал, что даже если у вас нет средств, чтобы установить божество и поклоняться ему, вы можете, тем не менее, медитировать на то, как вы поклоняетесь божеству, и это даст вам такое же благо. Тот брахман был очень бедным. Он хотел очень богато служить Господу. So mentally he prepared, he built a huge temple in Moscow. Поэтому в уме он построил огромный храм в Москве. He built a silver altar. Построил, сделал серебряный алтарь. Установил божества Радхи и Кришны на этом алтаре. And every day he would go to the sacred rivers of India, drink water to bathe the deities. Каждый день в своей медитации он отправлялся на все священные реки Индии, набирал воду для поклонения Господу. Every day the deities take a bath. Чтобы омывать божества. Каждый день божества омываются. That's known as Abhisheka. Это называется Абишека. Потом мы пьем воду, которую омыли божества, и это чаранамрит. Когда вы приходите в храм, нужно выпить чаранамрит обязательно. У нас есть, конечно, духовная технология. Есть специальная мантра, которую можно повторить и превратить воду в воду священных рек. So for several years this poor Brahmin went and worshipped the deity with utmost attention and love. И в течение многих лет этот брахман каждый день с любовью и преданностью в своем уме поклонялся божеству. He would do 8 hours a day. Do the dressing himself, cooking himself, drink the water from the sacred river. Он каждый день проводил 8 арати в день, каждый день готовил для божеств, одевал их, приносил для них воду из священных рек. He would cook sweet rice for the deities. Он готовил сладкий рис для божеств. So one day in a sweet rice. Sweet rice, as you probably may know, it's cooked hot, and then it becomes cold, and then it's offered to the deity. Как вы знаете, сладкий рис готовят на огне, сначала он горячий, потом его остужают и предлагают Господу холодным. So he cooked sweet rice for the Lord mentally. И в уме он приготовил сладкий рис для Господа. And he put his finger inside the sea. The sweet rice has become cold. He can offer it to the deity. И он решил коснуться пальцем сладкого риса, чтобы понять, остыл он уже или нет. And he put his finger inside. It's got burnt, really burnt. И как только он в своей медитации коснулся пальцем сладкого риса, он обжег палец и обжег его наяву. And the Brahmin was shocked. How did my finger get burnt? И он был потрясен, как же так случилось, что я обжег палец. And the Lord was watching this. Господь за этим наблюдал. The Lord started smiling. И Господь заулыбался, and the Brahmin was surprised. Когда увидел, как удивился Брахман тому, что он обжегся от сладкий рис в медитации. Why are you smiling? И Лакшми спросил у Господа, почему ты улыбаешься? The Lord did not answer. Господь ей не ответил. He sent a special aircraft by Kunta Airlines. Он отправил свой летательный аппарат
авиакомпании Вайкунха Airlines для того, чтобы вернуть, забрать Брахмана к себе. И этот Брахман вернулся к Богу благодаря вот такой сосредоточенной, благодаря такому сосредоточенному служению божеству, которое он совершал в уме. So you can mentally install deities in your house, in your heart. То, что, так что вы можете даже в уме установить божество у себя дома, в своем сердце. Mentally serve them. Можете в уме служить им каждый день, омывать их в своей медитации. Offer them opulent prasad. Предлагать им роскошные блюда. So this deity worship is another mercy of the Lord. И поклонение божествам — это еще одно проявление милости Господа. One mercy of the Lord is the incarnation of the Holy Name. Одно проявление милости Господа — это то, что Он воплощается в Святом имени. Kali 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 namarupa Krishna. Kali kali the Lord descends in Holy Name. Kali kali namarupa Krishna avatar. В Кали-югу Кришна приходит в образе Святого имени. Another worship, okay, concession is incarnation is deity form or archivigra form. Другое проявление милости Господа к нам — это его приход к нам в образе арчавиграхи, в образе божества. For deity worship there are two main ingredients. Для поклонения божествам нужно два основных ингредиента. One is punctuality. Yeah, пунктуальность и чистота. Арати должны проводиться в точное время установленное. И все нужно поддерживать в чистоте, в поклонении божества. Итак, мы очень счастливы участвовать в праздновании 25-летия установления их светлости Лейла Ниташа Чесута. Эти божества очень милостивы. Все божества очень милостивы. Когда мы поклоняемся божествам, мы должны думать: вот здесь сам Господь присутствует в образе Арча Виграхи. This God will speak to you one day. There's so many examples of deities who spoke to the devotees. Если вы будете постоянно помнить об этом и медитировать на это, то в определенный момент Господь заговорит с вами. И этому было множество примеров, когда божества начинали разговаривать с преданными. If you think, this is a statue made of brass. Но если же вы думаете, ну это просто металлическая статуя, тогда для вас божества всегда и останутся статуями металлическими. Но это Господь, который проявляет себя в образе божества. Харе Кришна. Харе Кришна. Есть ли какие-то вопросы? Уже немного поздно. Сколько человек могут прийти в Каргашину? Сколько нам поместится? А? About 100. Вы ждете меня там завтра, да? Во сколько? 6 p.m. Завтра Гопала Кришна Махарадж прочитает лекцию в храме в Каргашино в 18:00. Приходите. Далеко? Far. Very far. Is there any way for you all to go there?
Вы сможете доехать туда? Итак, завтра Гопала Кришна Махарадж будет читать лекцию в храме в Каргашино в 18:00. Пожалуйста, приходите. Сейчас после лекции еще будут даршаны в комнате наверху. Есть ли у вас какие-то вопросы? Do this still worship these deities made by Shyamasundara Prabhu? Я не знаю точно. Налачо, Гуру Махарадж. Налачо. Алачо. Алачо Темпл. Окей, more questions? Еще есть вопросы? There are some written questions. Okay. У кого есть вопросы? Задавайте. Где вы видели? In my push you saw that some form of the deities Krishna and Balaram sitting on Anantashesha. Is it authorized form, bona fide form? Где вы видели? В храме? Not in the temple. Не могу сказать, я должен увидеть. Okay. Yes. Да. Громче говорите, пожалуйста. Если бы Рашва снялся во сне и как бы говорят, что они хотят, это можно воспринимать как желание божественного становления, или это просто... If the deities come to us in a dream and they express their desires, what they want, can we accept it as a genuine desire, or it's some kind of... Get the desire verified with a guru or sadhu. Вы можете в таком случае узнать, авторитетно ли это или нет, уточнить у гуру и садху. We cannot do something crazy and say, the deity came to be my dream. Нельзя делать что-то безумное и оправдывать это тем, что вот божество мне во сне сказало сделать то-то и то-то. То есть, если что-то вы, во сне вам говорят, нужно уточнить у гуру и садху, узнать, так это или нет. Окей. Okay. Yes. Если дело в этом, если, например, там, серьги такие хотят, или такие... If they, in a dream they say that we want this type of earrings or this type of outfits, is it okay to... The deities, they express their desire that you want such outfits or such earrings. Но лучше все равно проверить, уточнить у старших вайшнавов, насколько это правильно. Харе Кришна, большое спасибо за лекцию. Хотел спросить, а вот если, допустим, привлекает вриндаванская форма Господа, да? И как это связать с Шишигор Нитай? Потому что ведь, когда какая-то форма Господа начинает привлекать, ну, внимание же полностью на нее начинает, ну, как сказать, устремляться.
А как не забыть про этикеты, про Шиши Гор Нитай, ведь они являются юга-аватарой? He's attracted by the Vrindavan form of the Lord. How not to forget about Shishi Gaur Nitai, because the yuga avatars, and how to get it right. Нужно просто развивать привязанности к обоим формам и к Кришне и Гаур Нитай. You can have a choice in this calling. В ИСККОН есть выбор, есть возможность выбора. Есть сотни божеств, в ИСККОН есть. Можете выбрать любое божество, медитировать на него. Я не слышу, извините, пожалуйста. Погромче можете сказать? Или поближе, может быть, подойдите. I think I'll stop over here. There is a question. I'm going to give darshan upstairs. Я на этом, думаю, закончу. Сейчас еще будет даршан наверху. Завтра вечером лекция в Каргашино. И завтра вечером лекция будет в Каргашино.